Атабай Ихсан представляет. Рассказывают об одном жестоком человеке, что он покупал по дешевке у бедняков дрова и с выгодой продавал богачам. Муж, чистый сердцем, повстречав его, сказал: «Змея ты, что ли, что кусаешь каждого, кого увидишь? Сова ты, что ли, что разрушаешь всякое место, где сядешь? Хотя ты творишь насилие над нами, но перед Господом Всеведущим бессилен ты. Не твори насилие над людьми земли, чтобы не подымался к небу дым проклятий». Притеснитель обиделся на эти слова, насупился от его наставлений и не послушался его. Однажды ночью огонь из кухни перекинулся в дровяной склад, изжег все его имущество и пересадил его из мягкой постели на теплый пепел. Случайно тот самый человек проходил мимо него и, услышав, как он говорит своим друзьям: «Не знаю я, откуда попал огонь в мой сарай», воскликнул: «От дыма сердец бедняков! Остерегайся вздохов раненых сердец, ибо скрытая рана в конце концов выйдет наружу. Сколько можно, старайся не огорчать ни единого сердца, ибо один какой-нибудь вздох может перевернуть целый мир». На венце Кайхусрау было начертано: «Сколько лет и долгих жизней люди будут проходить по земле, попирая нашу голову. Как дошло до нас царство, переходя из рук в руки, так и перейдет оно в другие руки». Продолжение следует. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!